бизнес как сосуд. Если он чистый, то еда из этого сосуда тоже чистая. Понятно? А иначе это клала. Ты создал сосуд, который осквернен, мерзок Богу. Все, что там, оно все скверно. А, я люблю этот вопрос. Почему все евреи богаты? Вам много раз задавали? Да. Мне много раз. Они же все зажиты. Да, а я задаю контрвопрос. Говорит, я не понимаю, как есть богатый горе. Вот это я понять не могу. Как кроме евреев еще есть кто-то, у кого есть деньги. Это я понять вообще не могу. Знаете почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Откуда есть богатые гои? Они пока не сохранят деньги для нас. И это все равно наше. Все равно будет наше. Как в Египте. Они собирали золото, потом все отдавали евреям. Просили, чтобы забрали. То есть, если бизнес честный, то и...